тихонько, тихонько. Тихонько, блядь, тихонько, тихонько, я сказал, блядь. Я сказал тихонько. Чуть не родил. Нормально? О, 103-й, давай врываемся, как на наем люлейсе. Мы вообще-то светим. Ебабуленький. В смысле, ты даже гуслю не сломал? Ты шайтан, получай. У него шнурки развязались. Так, теперь медленно и аккуратно ставлю. Остановись! На тебя что, икота напала, я не понял? Не на. Так, это я не понял, а что у нас в правом низу? За надпись такая, а? Ладно, с ней мы потом разберемся. А пока что побалуемся с этим парнем. Проникновение зафиксировано. Сейчас его доберут. Ты там живи. Живи и жди меня. Да ну не. Прям в кумпол. И ех. Оба, здрасте. Ебабушечки. Так, тихонько, отсюда нельзя выезжать, я так понял. Да чё ты? Ангар, нормально, пойдет. Я так понимаю, зря я сюда подъехал, да? Ух, он и лысый. Что, блядь? Как эта тварь с жопой на лице меня вообще видит? Да, ну я хрен его пробью. Но мы ведь эстонцы, и мы будем стараться. Сейчас четко в левую дирдочку. Чего? А ты умеешь решать проблемы. Я ж вроде в левую целился, чё она вправо полетела?